Здравствуйте, все подписчики. Хочу вам показать вот такой вот клей, ватки, жидкие ватки. Вот его стоимость 250 рублей для лодок ПВХ. Ну, в принципе, он для всего подходит, почти универсальный. Вот такие вот у нас две дырочки отмечены. Все обработано, в принципе, как всегда, зачищено бензином, ацетоном, чем вам угодно. Сбалтываем его. Подспустим чуток лодку, чтобы он пузыри не надавал. Чтобы давления не было. И вот так вот мы его сейчас наносить будем. Маленький пузырек, ну, в принципе, его надолго хватает. Засыхает оно быстро. Так его нанесли. Сболтали хорошо. Опа. Еще одна дырочка у нас. Вот так вот. В принципе, вот. Вот так вот наносим его. Вот у меня уже было. Вот, вот, вот. Короче, вся лодка. Много хищника было. Притыкалась лодка. Клеилась часто таким клеем. Вот такой вот. В принципе, и клеил на рыбалке. Не обезжирил, ничего, просто протер тряпочкой. Нанес и все. И, в принципе, они держатся. Клей очень хороший. Ладки, вот, у нас всегда с ладками вот такая вот беда происходит. А это не цепляет ни за что и не отрывается. И сохнет быстро. Вот такие вот ладки у нас. Вот она засыхает, вот такая вот становится. Гладенькая, ничего не зацепишь. Вот такие вот дела. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.